рекламное объявление написано с ошибкой, подсчитали эксперты. Безграмотные предложения на улицах города встречаются, к сожалению, часто. В день ликвидации с безграмотностью я решила проверить челябинских рекламодателей на знание русского языка. И спустя 10 минут моей прогулки на теплотехе я встретила вот такое вот объявление с кричащей надписью «Игрушки, констовары и, внимание, от Трыцки». Последнее слово явно написано с ошибкой, а именно не хватает буквы «Т». После такого безграмотного предложения мне бы не хотелось ничего у них покупать. За полчаса неспешной прогулки накопился целый список безграмотных вывесок. Так, в торговом комплексе «Прииск» обувь челябинцам предлагают купить в неком цоколе. Слово «цоколь», написанное с ошибкой, красуется на людном месте уже не первый год. Видно, что кто-то из горожан исправил ошибку собственноручно при помощи маркера. В интернете мы нашли еще несколько нелепых челябинских объявлений и вывесок. Например, в соцсетях челябинска сообщают, что нашла собаку породы чайхуахуа. А остановка на ЧМЗ теперь стала называться не Богдана Хмельницкого, а Богдана. Именно так написали имя полководца. Но не все так плохо. Городские власти обещают, что в скором времени очистят Челябинск от неграмотной рекламы. С гостевых маршрутов исчезнут ненужные вывески, а фасады домов превратят в порядок. Теперь конструкции под щиты будут размещаться обдуманно и цивилизованно. Галина Алексеева, ОТР.